если быть точным, на сцену мчится следующая группа, которая называется Old Box Car. Ну, для тех, кто плохо знает английский язык, я немного поясню, мне тоже ребята там за кулисами перевели. Называется группа в переводе на русский язык «Старый товарняк». Но несмотря на то, что товарняк старый, ребята в коллективе довольно-таки молодые, можете сами посудить. Вот. Познакомьтесь, пожалуйста, это вокалист группы, его зовут Алексей. Алексей, поприветствуй зрителей. Привет, Бийск! Бийск, салют. Алексей, скажи, а вот в каком направлении работает именно ваша группа? Железнодорожный блюз? Да. Ну что ж, дорогие друзья, запасайтесь железнодорожными жилетками, сейчас будем танцевать железнодорожный блюз. Ну что, ребят, готовы? Да? Да. Ну что ж, 3, 2, 1, поехали! Первая песня называется «Танцуют все». На железнодорожную массу. Мы глядели на чашечки телеграфных столбов, и провода жужжали на высоте наших глаз. Они живописно извивались да на запад и столь же далеко на восток. Слегка прогибаясь под тяжестью птиц, мы были детьми, и мир был загадкой. Мы верили, что слова путешествуют по проводам в сверкающих кабельках росы. Каждая росинка переливалась цветом неба. Отблесками яиц, и мы в ней были так бесконечно малы, что могли пройти сквозь игольное ушко. Вот так скрипит.
Следующая песня тоже называется «Танцуют все». Скажет тебе welcome to the heaven.
старенький фак.
костерки. Без любви не бывает прощения. С каждой нашей строки белым волком глядит продолжение. А я хотел, чтобы слышала ты в глубине рокового кристалла. Я люблю, слушай, жизнь. Я хочу, чтобы раньше ты встала. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жизнь есть жизнь. Не скучай. Следующая песня для тех, кто любит погонять. Одиноких волков, с каждым метром набирая врагов, тем гордясь, что себе он не врет, он против шерсти живет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Спасибо, на этом все. Еще раз с праздником.